Всем привет, с вами СтивПро, и сегодня покажу вам модный X-Ray для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, после установки данного мода, в правом нижнем углу у нас появляется три точки, при нажатии на которые у нас открывается читерское меню. Да, здесь не только X-Ray, здесь у нас есть и другие моды, такие как Fly, изменение время, зум, как видите, мы приблизили, так сказать, дальность. Вот, ну и также мы ее можем убрать. Так, к сожалению, я не туда нажал. Я нажал на fly, а нужно нажать на зум. Вот, как видите, так сказать, близость ушла. Ну и также мы можем потом, точнее, сейчас мы перейдем к X-Ray. Самое главное, что сейчас нас волнует. Ну, чтобы у нас X-Ray заработал, нам нужно сломать блок. Какой блок будет, это уже зависит от вас. Блок можно сломать любой. Как видите, X-Ray работает. Все отлично работает. X-Ray, как вы знаете, это такой читерский мод, позволяющий нам находить руды. Или что-то еще. Ну вот, все вообще отлично работает. Давайте сейчас посмотрим еще какие-нибудь функции. X-Ray. Также можем его выключить, и для этого нам тоже понадобится сломать любой блок. Вот для чего наш X-Ray выключается. И, кстати, когда мы устанавливаем этот мод, у нас почему-то меняется трава. И это происходит с каждым X-Ray. Я уже делал обзор на какой-то X-Ray, и там тоже почему-то менялась трава. Возможно, добавление X-Ray невозможно без изменения травы. И, кстати, с этим модом над всякими мобами появляется надпись, точнее, показатель их ХП. Вот сейчас мы убили свинку, и ее индикатор убрался. Так, что тут еще есть? Видите, высокий прыжок позволяет нам повыше маленько прыгать, но не совсем высоко, но все-таки позволяет повыше прыгать. Так, посмотрим, что тут еще есть. Так, как видите, гейм-мод, но сейчас я приключать это не буду. Так, есть тайм, можем поставить ночь. Ну вот, как видите, наше солнце потихонечку опускается, опускается, и в скором времени у нас наступит настоящая ночь. Вот смотрите, здесь еще есть функция включения погоды. Это у нас чисто будет сверкать молния. Так, сейчас подождем. Так, ждем. О, как видите, сверкает молния. Сверкала только что. Сейчас опять перестал сверкать. И хотел у всех спросить, нравятся ли вам такие шейдеры, с которыми я сейчас начал снимать видео. Ну, точнее, я записал пока что только 3 видео. А, вот смотрите, там есть функция, вот у нас появился дождь, и у нас появился такой эффект, в котором у нас как бы пропадает текстура блоков. Но это происходит только тогда, когда мы включаем нашу погоду. Так, давайте выключим наш дождик, выключим, и подождем, когда он кончится, и все наши блоки вернутся в обратный цвет. Так, ну сейчас они целиком серые, но когда мы ломаем их, они становятся почему-то такими, которыми были. Смотрите, текстура блоков потихонечку возвращается. Это заметно. И все, у нас все вернулось. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.